Ну что, ребята, здравствуйте, приветствую. Мы продолжаем проходить Tomb Raider, yes. Вот мы остановились, мы здесь пробежали, да, вот все дело, у нас есть вот новое оружие, собственно, да, и вот как-то не смотрел, посмотреть прошлую серию, там плейлист в описании, если в правом верхнем вроде или левом углах. Подсказочка выскочила уже на плейлисте, на видео прошлое, да, прошлую серию, поэтому пятый эпизод это тоже, прям еще педик в петель, пятая вода, прям вам просмотр, лучше поудобнее обязательно, а вот педик, пятый эпизод кушает еще раз, при этом просмотра, а мы начинаем. Собственно, здесь, короче, мы с вами сны, здесь у нас ничего нету, да, снаряжение, часть 4. А, мы тогда все прокачали вроде, да? Так, куда нам с тобой идти вообще, в принципе-то? Нам с тобой идти вот сюда. Аж. Нам... Уебать, здоровая карта. Чё она такая здоровая? Нихуя. Нам, конечно, будет сюда идти в любом случае. Let's go. Лара, что случилось? Буря возникла просто ниоткуда. Тучи просто окружили самолет. Лара, послушай, я видел катастрофу. Значит, ты где-то рядом. Возвращайся ко мне. Да. Уже иду. Я не обратно, что ли? Нет. Нам сюда идти в любом случае. А, вот здесь он начинается. Понятно. Сюда! Все сюда! Стреляю в фоку! Блять, что это? Я понял. Окей. Окей. Что мне делать? Да как мне, блядь, ну это пизда, ну это пиздец. Ты заебала, блядь!
Ладно, да, просто да, да, я все понял, да. Ну все, это пизда, ребят. Это полный пиздец. Можно установить хп хотя бы? Нет? Ну кидай, тварь ебучая. Let's go. Давай, уёбок нахуй. Сосал, ебал, блядь. Ебать его, блядь. Это мой путь наверх. Пиздец, блядь, просто. Нужно было так сразу делать. Сразу же так. Там, что? Так, подожди, давай. А, патрон нету. Понятно. Золото, да? Как ты прыгаешь, мать? Это нахуй вообще. Подозвук от этой игры уже как-то чуть-чуть. Что делать, блядь? Это дура, нахуй. Хорошее место, чтобы зацепиться. Веревочные мосты, чтобы сделать... А, ну ладно. Как-то вот так, что ли, блядь? Понятно. О, я вижу, блядь. Стрелы еще. Нет.
вокруг дерева снова. Было бы логично. На. Ну, элементарно. Да ёпта, блядь! Спрыгни нахуй. Аккуратнее, аккуратнее, блядь. Да, блядь, не бойся, это сил нахуй, слушай. О, ебать. Как я рада, что ты на ногах. Я тоже, девочка. Не понимаю, все было в порядке, и вдруг... Налетела буря, просто ниоткуда. Ты ни в чем не виновата. Это я их вызвала, Рот. Эй, мы найдем другой способ. Эй, Мэйдэй, Мэйдэй, говорит второй пилот. Еще один пилот. 177А, Джессоп. Прием, прием, вы меня слышите? Я сильно пострадал при приземлении, мне срочно нужна помощь. Капитан Джессоп, вы меня слышите? Я подал дымовой сигнал, ответьте. Черт, он меня не слышит. Нужно идти к нему. Нет. Вон его сигнал. У нас своих забот хватает. Мы должны собраться, когда найдется Сэмми. Я не могу бросить его одного. Я должна идти к нему. Иногда нужно чем-то пожертвовать, Лара. Ты не можешь спасти всех. Я прекрасно знаю, что такое жертва. Нет. Что такое потеря? Ты знаешь, жертва — это твой выбор. Потеря — это выбор за тебя. Я не могу выбрать для него смерть, Конрад. Let's go, чай. Как, блядь, спуститься-то? Здесь вроде чисто. А, блядь. Нет. Блядь, вот специально вот для таких вот, нахуй, как я, ебать, вот сделано, ебать. Здесь вроде чисто. Ты прав, но у нас приказ. Я спущусь вниз к остальным, а ты следи за развалинами. Ладно, я так и сделаю. Сюда! Кто-нибудь на связи? Рот, я здесь, Рейс. Что там у вас? Мы шли по чьим-то следам и добрались до города. Рот, это странное место. Чем они здесь занимаются? Не знаю, да и знать не хочу. Вы нашли Сэмми и Удмена? Пока нет. Лара с тобой? Да, скоро мы начнем спускаться с горы. А вот ступка с пестиком. Возможно, для растирания лечебных трав. Посмотрите, чтобы получить скрытую информацию. В ступке остались осколки костей. Надеюсь, животных.
горы, чтобы встретиться с вами. Ладно, мы попробуем подойти ближе. Будь на связи. Лук новый будет у нас. Интересно. О, кролик, ебать. Let's go. Дура. Хорошо спрятан. Жди. Здесь нет ничего, ладно, пошли дальше. Пох. Сигнал. Прям чуть остался зайти, очень чуть осталось. Идем, пора возвращаться. Заткнись, дай мне закончить. Помогите мне! Вас нахуй не сейчас была. Падлики нужно экономить. Это, блядь, типа... Наверное, другая, типа, страна, что ли? Ну ладно. Я вижу, блядь, уже лежит кое-что тут внизу. Знаете, как это? Ой, давай только без волков, хорошо на этот раз. Ящик мусора пришли. Одного. Понятно.
сейчас никак. О, блядь, ну забираться, блядь. Интересно. Ладно. Винтовка теперь у нас есть. Да, есть же сюда. Блять! Ты что, дура, блядь? Мать, соберись. Не нужно так больше шутить. Смешно совсем. Время покинуть этот проклятый остров. Довольно с меня Яматая. Трудно объяснить словами природу власти императрицы Солнца, но она явно не от нашего мира. Все мои намерения были известны императрице с той минуты, как только моя нога ступила на ее землю. Она манипулировала мной, играла со мной. Она уже все знала. Если мне не суждено выбраться отсюда, я должен хотя бы предупредить своего господина. Ему необходимо любой ценой избегать Яматая. Если нам потребуется пройти здешними морскими путями, следует соглашаться на любую объявленную пошлину. Но ни в коем случае не идти против императрицы Солнца. Это приведет лишь к гибели. О другом виденном здесь, об этих мрачных кошмарах, лучше об этом не знать никому. Понятно. Посол приоткрыл завесу некой страшной тайны и бежал из Яматая. Что же он узнал и что с ним стало? Да уж. Блять, что? Это куда? Для чего? А, швырнуть? Подожди. Не просто так, понимаешь? Блять, что это? Понятно, их тоже нужно собирать. Я так и знал, в принципе. Давай, Рищи, забирайся, пожалуйста. Надо туда добраться. Давай-ка еще последую я сейчас. Понял, окей. Ладно. Тупая мысль была. Надо туда добраться. Ладно. Ну, погнали. Давай, ползи, ебать. О, черт! Нет!
Я откуда знаю, где он. Для чего это нужно зажигать? Я не понимаю. Для чего это зажигать? Ладно, снова за ним. Мать, ты чё? Ось. Эй, Лара, Рот рассказал про самолет. Не волнуйся, найдем другой способ выбраться отсюда, правда? Надеюсь. Что там с Эмми? Ее следы ведут в древний японский дворец. Мне это не нравится. Не волнуйся, может, она просто зашла туда посмотреть. Ты ужасный лжец, Алекс. Тебе нужно что-то с этим делать. Удачи. Осуждаем такое, осуждаем. Лагерь. Я понял. Рекурсивный лук. Модификация оружия. Самодельный лук в рекурсивный лук. Модификация оружия не отменяет предыдущую модификацию. Окей. Один навык у нас с вами есть. Блять, я нечаянно нажал Enter. Может, вдвое дольше держать тетиву. Хорошо, спасибо. Спасибо, что я навык проебал. Ладно, хуй с ним. Бля, какой лук, смотри. Пиздатый, блять. Так, let's go, нам куда? Сюда? Че шо? Нет, нам туда. Ну, let's go сюда. Сюда-то видно прям. Блять, кругами бегаю просто и все. Ну я проверяю на всякий случай, нычки всякие, чинички. Может где-то спрятали сундучок за запчастями. Мне он нужен. Эти развалины еще до курганного периода. Ладно, let's go дальше. Паломничество. Императрица Пимика. Ебать, тут вещи. Невероятно. Капитан Джессоп.
где? Да, подожди. Может, я тороплюсь? Скорее всего, да. Боже мой! Ты доставила мне слишком много неприятностей, но ты наивна и весьма предсказуема. Убить ее! Что тут происходит? Что здесь происходит? Блять, фу нахуй. Блять, смотри, крысы, ебать, здорово. Что здесь, блядь, произошло нахуй? Опа. Надеюсь, не совсем заржавело. Плюс еще одна, да. Они ищут меня. Гробницы. Императрица Солнца и ее штормовые стражи. Пимика, первая императрица Солнца. Это Яматай. Да. Это действительно ты? Вернее, твои останки. Да, удивительно.
похоже на какой-то обряд. Обряд жертвоприношения. Ужасно. Но почему женщин сжигали? Очищение и восхождение. Вот что это. Что это? Это тот самый монастырь? Она льет воду. Зачем? Непонятно пока ничего вообще. А вот и ты, императрица. Стоп. Нет, это не вода. Это ритуал передачи власти. Обряд вознесения. Так ты выбирала себе наследницу. Манта! Черт, нет! Дарья! Давай, 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 let's go, блядь. Тебе конец! Так быстро. Таким выбирался на сцене себе, да, и все. О-о-о, сюда, блядь. Сюда, нахуй. Жалко, для автомата нету. Ничего нам это. Я понял, ничего, это хуйня, ну ладно, блядь. Может, надо было их так скидывать, не знаю. Не скидывать, я знаю. Лагерь. Мы сидим кайфуем, нам похож. Кожух ствола. Вентилируем кожух ствола, повышает точность урон от выстрелов. Затвор. Быстрая смена патрона, повышает скорострельность оружия. И рукоятка рифленая. Передняя рукоятка помогает стабилизировать оружие и уменьшить отдачу. Давай-ка мы здесь с тобой остановимся. Спасибо за просмотр, ребята. Вот такая серийка получилась. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вам сложно, неприятно, это ваша поддержка мне. Телеграм-канал на ваших экранах. Там инсайды и уведомления видео в основном. Просто чтобы вы были в курсе, когда прям в ту же секунду, когда выходит видео. Вот, спасибо за просмотр еще раз. Увидимся в следующих сериях по прохождению других игр. Давайте.